Всем привет! Вы смотрите канал Сил Украин. Кто помнит, в нашем видео, посвященном носимому аварийному запасу, я упоминал о том, что у меня есть фонарик в нем, но я бы его хотел заменить. И я это сделал. Я заменил его на очень маленький диодный фонарик ценой буквально несколько центов. Ну, по сути, он меньше доллара стоит. Чем и спешу похвастаться. Достоинство такого фонарика в том, что он совсем малюсенький, достаточно яркий. Ну и, естественно, это его цена. Работает он, сейчас покажу, от трех батареечек, таблеток, так называемых. И когда они разрядятся, в общем-то, этот фонарик можно будет выбросить и купить себе новый такой же, потому что батарейки обойдутся вам, наверное, столько же, сколько и фонарик. При ношении, чтобы защитить фонарь от случайного включения, можно одну батарейку перевернуть, то есть нарушить тем самым полярность, закрутить, и теперь ничего не включается. Это для того, чтобы, если он у вас случайно нажмется при ношении, он не разрядился и был готов к использованию тогда, когда он понадобится. Ну, вот, собственно, и все, что я хотел рассказать. Подписывайтесь на новые видео, ставьте лайки, добавляйте в избранное и всего хорошего!